Дневник Тани Савичевой, Илья Малышев. 9 страничек, страшные строчки. Нет запятых, только черные точки. Умерли все, что поделать, блокада. Голод уносит людей Ленинграда. Пусто и тихо в промерзшей квартире. Кажется, радости нет больше в мире. Если бы хлебушка всем по кусочку, может, короче дневник был на строчку. Маму и бабушку голод унес. Нет больше сил и нет больше слез. Умерли дяди, сестренка и брат. Смертью голодной пустел Ленинград. Пусто в квартире, в живых только Таня. В маленьком сердце столько страдания. Умерли все, никого больше нет. Девочке Тане 11 лет. Я расскажу вам, что было потом. Эвакуация, хлеб и детдом. Где после голода, всех испытаний, выжили все, умерла только Таня. Девочки нет, но остался дневник. Детского сердца слезы и крик. Дети мечтали о корочке хлеба. Дети боялись военного неба. Этот дневник на процессе Нюрнбергском был документом страшным и веским. Плакали люди, строчки читая. Плакали люди, фашизм проклиная. Танин дневник — это боль Ленинграда, но прочитать его каждому надо. Словно кричит за страницей страница, вновь не должно это все повториться.